19-я международная выставка ювелирной индустрии «Интерювелир 2019» объявляется открытой. Компания «Соу» сочинские выставки уже в 19-й раз собрала на одной площадке более 100 производственных золота и алмазодобывающих компаний из всех регионов России. На стендах участников большой выбор ювелирных украшений из золота и серебра, от самых простых до элитных, как из линейки массового производства, так и авторской работы с драгоценными и полудрагоценными камнями. А еще бижутерия, антиквариат, столовые приборы и посуда, часы, предметы интерьера, коллекционное оружие и много другое. Случайно совершенно зашла, мы тут на гастролях, и поэтому как-то я удивлена и восхищена, и хожу, любуюсь, и что-то тут прикупила, и прямо неожиданная такая радость, и цены вполне приемлемые, и красота, и стильная, и классика, все есть вообще на любой выбор. Ювелиры на этой площадке не только представляют изделия всех направлений и стилей, но и участвуют в профессиональном конкурсе и масштабной деловой программе, а также надеются на заключение долгосрочных договоров. А посетители обязательно найдут изделия себе по душе и по цене производителя. Акции, скидки и цены производителей приятно удивят наших покупателей. А мы, как компания-организатор, мы всегда ждем наших покупателей и посетителей, готовим для них акции. Мужчины, не жалейте денег на своих женщин. Женщины, позвольте себе порадоваться и приобрести то, что вам по душе. Каждый клиент, совершивший покупку на сумму от 1000 рублей, получает билет с номером для участия в лотерее. Ежедневно в 15 часов проходит розыгрыш бриллиантовых и ювелирных изделий и сертификатов на плавание с дельфинами и прыжок с банджи. В последний день работы выставки 28 июля пройдет супер-розыгрыш сертифицированного бриллианта. Выставка «Интерювелир» открыта с 11 до 19 часов в гранд-отеле «Жемчужина». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.